Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Приветствия, дорогие мои, я Крайон из магнитной службы. There have been many who have asked what this is like. Были многие, кто спрашивал, каково оно. My partner, the man in the chair, where has he gone? Мой партнер, человек в кресле, куда делся он? What is it like for him? Каково это для него? I can't answer that. Я не могу это ответить. I can only tell you what it is for me. Я могу только рассказать, каково оно для меня. It wasn't always this way. Это не было всегда таким образом. For 23 years he practiced. 23 года он практиковался. He practiced getting out of the way. Он практиковался не мешаться. And when we first started, и когда мы начали, he was afraid. Он боялся. For he had a linear idea of what channeling was. Потому что у него было линейное представление о том, что такое channeling. He saw me as some kind of a foreign entity. Он видел меня как какую-то чужую сущность. It would take over his body. Которая возьмет контроль над его телом. And say whatever I wanted to say. И будет говорить все, что я пожелаю. He did not understand. Он не понял. He does now. Но сейчас он знает. Or in the process of his practicing, и в процессе его практики, he discovered something. Он раскрыл что-то. He discovered that if he could get out of the way of his own brain, он раскрыл, что если он будет не мешаться в своем собственном мозгу, that something happened. То что-то произойдет. He began to sense that there was another level of consciousness within him. Он стал чувствовать, что существует еще один уровень сознания внутри него, который идет за пределы того, что он даже может подумать. И у него потребовалось долгое время научиться откладывать свой разум. Он также научился тому, что ченнелинг не является той вещью, которую ты можешь начать, остановить, начать, остановить. Ченнелинг не является той вещью, когда ты приходишь в храм поклонения, а затем ты уходишь к себе домой. Чем ближе он подходил к тому сознанию, которое он чувствует, тем более это сознание становилось частью его. Это было difficult. Это было сложно. For it goes against the logic of what you're taught. Так как это идет наперекор логике, которой вас учат. He really expected that I would come in as an entity. Он действительно ожидал, что я буду заходить как сущность. He didn't know I would come in as part of him. Он не знал, что я буду заходить как часть него. For he had the seed of the Creator in him. Так как у него в нем вложено это семя Творца. Once he discovered it, и когда он раскрыл это, it was like a switch was turned, это как переключатель, который включили, and the portal was open. И портал был открыт. And instead of an entity named Cryon coming into his life, и вместо сущности по имени Крайон, которая приходила к нему в жизнь, in flooded an energy he recognized, наливал и наполнял его энергией, которую он узнавал. A soup of wisdom from the other side of the veil. Суп мудрости с другой стороны завесы. That had a name. У которого было имя. We give the name Cryon to you. Мы даем имя Крайон вам. But we are a group. Но мы это группа. But since human beings don't understand how a group can talk to them. И так как человеческие существа не совсем понимают, как группа может говорить с ними. The angelic energies of the planet often choose names. Ангельские сущности этой планеты часто выбирают имена, so it's more comfortable for you. Чтобы это было более комфортно вам. The truth is that a multi-dimensional energy, правда же является, что поистине межпространственная энергия is out of your reality. За пределами вашей реальности. A group that speaks, это группа, которая говорит, that can overwhelm your emotions at the same time, которая может перегрузить ваши эмоции в то же самое время. He had a problem. И у него была проблема. When he was in channel. Когда он делал channeling. He wanted to stay in channel. Он хотел остаться в channeling. He felt the call for home.
Он чувствовал зов дома. For those few minutes I was with him. На эти несколько минут, которые я проводил с ним. I told him his cellular structure never aged. Я говорил ему, что его клеточная структура никогда не стареет. That suddenly he was perfect before God. И в какое-то мгновение вдруг он становился совершенным перед Богом. If he would relax. И если он просто расслабится. And step aside. И отойдет в сторонку. The meld that was him слияние, and the family and Crayon. Которым является он, его семья и Crayon. Could give a message. Могли передать послание. And that is what is happening now. И это именно то, что происходит сейчас. Where is my partner? Где мой партнер? He's right here with me. Он здесь со мной. And that is hard to explain as well. И это также сложно объяснить. He hears every word. Он слышит каждое слово. He can remember what is said. Он может помнить, что я сказал. He's not in an altered state. И он не находится в измененном сознании. He's in the state of pure love. Он в состоянии чистой любви. And that's not an altered state. И это не измененное сознание. That is your natural state. Вот это и есть ваше естественное сознание. And it took him years to find it. И на это у него ушли годы, чтобы он мог найти это. Nobody told him it would be that way. Никто не говорил ему, что оно будет таким образом. And now he knows. А сейчас он знает. And that is the subject. И вот она наша тема. For things are recalibrating on the planet. Так как вещи проходят перекалибровку на планете. The very word is difficult. Даже само слово, оно сложно. To define. Сложно определить его. Recalibration. Перекалибровка. A recentering to what is expected or normal or functional. Перецентрирование того, что было ожидаемо, от того, что нормально и функционирующее. When engineers calibrate, когда инженеры делают калибровку, they would go to known sources of quality and quantity. Они идут к известным источникам качества и количества. Metaphorically, the calipers that would measure the finite things. Метафорически, это вещи, которые измеряют самые тонкие вещи. Tools that never change. И инструменты, которые никогда не меняются, would be applied. Применяются в этот момент. To calibrate something they needed to recalibrate. Для перекалибровки того, что нуждается в этом. Dear old soul, дорогая старая душа, what we want to tell you is that the tools are changing. Что мы хотим сказать вам, так что инструменты поменялись. The very essence of what you feel is normal is changing. Эссенция того, что вы чувствуете и что нормально для вас, меняется. It has to. И так должно быть. If things do not change, если вещи не изменятся, human nature remains the same. То человеческая природа останется такой же. And human nature is renowned for something. А человеческая природа известна чем-то. Separating. Отделением. Pulling away. Разделением, отталкиванием. Becoming afraid. Тем, что становятся пугливыми. And conquering. И захватывают. This is human nature. Вот она, человеческая природа. We've said this before. Мы говорили это раньше. But this is what humans do in the dark. Но это то, что делают человеческие существа в темноте. They can't really see each other. Они не могут на самом деле видеть друг друга. And so they clump in small groups. Поэтому они такими маленькими группками прилипают друг к другу. This is metaphoric for civilization. Это метафорически мы объясняем вашу цивилизацию. There's safety in their groups, and then they build a wall. А затем они для безопасности в своей группе строят стены. И когда у них заканчиваются источники, они атакуют кого-то еще, чтобы воспользоваться их источниками. И это не обязательно является результатом их мышления. А это является причиной, сколько количества света в них. Если бы они могли все увидеть друг друга, что они все одинаковы. They would need to clump in groups for safety. Тогда им не нужно было бы прятаться в группках для безопасности. They could look around and see what they had in common. Они могли бы посмотреть друг на друга и определить, что у них есть общего. They could start alliances and partnerships. И могли бы начать союзы и партнерства. It's a recalibration of human nature. Вот это и есть перекалибровка человеческой природы. And so that the energy you call Gaia, и энергия, которую ты зовешь Гаей, which is the consciousness of the planet, которая является сознанием планеты, and which you see and we see as alive, которую вы видите и мы видим как живой, starts to cooperate
with your endeavors. Начинает кооперировать в ваших приключениях. Make no mistake. И не ошибайтесь. You sit in the energy of Gaia. Вы сидите в энергиях Гаи. It is planetary energy. Это планетная энергия. It knows who you are. Она знает, кто вы. Its job is to cooperate and mirror human consciousness. Ее работа является кооперировать и отражать человеческое сознание. If you create a low consciousness, и если вы создаете низкое сознание of death and destruction, of fear, of из war, смерти, разрушения, страха и войны, Gaia will cooperate. Гайя будет с вами сотрудничать в этом. It'll give you plague and pandemic. Она даст вам эпидемические заболевания. It mirrors human consciousness. Болезни. Она же отражает человеческое сознание. And suddenly you are at a decision point. И в какой-то момент вы находитесь в точке принятия решения. You're discussing the very thing today, вы обсуждали все эти вещи сегодня, that seems so far off many years ago. Которые много лет назад казались такими невероятными. How can you create a world which is different than it has been? Как можно создать мир, который иначе, нежели чем тот, в котором вы живете? And that is the subject of the channel. И это и есть тема этого ченнелинга. Human nature must change for that to happen. Человеческая природа должна измениться, чтобы это произошло. Awareness must be greater. Осознанность должна быть более великой. What is around you. Того, что вокруг вас. That is the metaphor of light. И это и есть метафора света. Whereas the light grows on the planet and the awareness is also growing. Где свет растет на планете, также растет осознание. Not only do more see better. Не только люди могут видеть лучше. But Gaia starts to cooperate. Но Гайя начинает сотрудничать. It starts to recalibrate itself. И она начинает проходить перекалибровку сама. And so do you. Так же, как и вы. And so we start with a premise that we have taught before. И поэтому мы сейчас начинаем вот с такого понятия. But that you need to hear in your language. Мы говорили об этом раньше, но вам нужно услышать это на вашем языке. How can you possibly make a difference on the planet? Как вы можете повлиять на планету? Everything that you've heard these two days. Все, что вы слышали в эти ближайшие два дня. There's just a few of you. Вас всего лишь здесь несколько. You leave the auditorium. Вы уйдете из этого зала. You scatter to many cities. Вы распространитесь по вашим многим городам. There's so few of you. Вас так мало. And here's the answer. И вот здесь ответ. That the human being assumes linear premises. Человеческое существо делает человеческие предположения. It looks at how big energy is. Он смотрит на то, какова эта большая энергия. By numbers and quantities. И все просчитывает в количестве. And so you see yourselves as few. Поэтому вы смотрите на себя и видите, что вас так мало. Because you do not understand how it works. Потому что вы не понимаете, как это работает. There is something going on you should know about. Что-то происходит, и вы должны знать об этом. There is starting to be an increase in the role of energy for old souls on the planet. Начинает увеличиваться энергия для старых душ на планете. You think of yourselves as equal to all the others in energy in humanity. Вы считаете, что вы равны в энергетике с другими на этой планете? In many ways you are. И многими способами так оно и есть. But in the ways of wisdom and light. Но на путях мудрости и света. Oh, you're not. Это не так. There is indeed a hierarchy. Здесь поистине имеется иерархия. Of light. Иерархия света. The ones who are just coming to the planet, те, кто сейчас приходит на планету, must spend years understanding being a human. Должны пройти через годы понимания того, каково же оно быть человеком. The ones who have been here for a while, а те, кто здесь уже был долгое время, just getting used to it. Только привыкают к этому. But let me talk about the ones who sit in this room. Но позвольте мне поговорить о тех, кто сидит в этом комнате. What are you doing here? Что вы делаете здесь? Why would you come and sit in a room all day long? Почему вы приходите и сидите в этом зале целый день? And I'll tell you. Я скажу вам. Because you are an old soul. Потому что вы старая душа. You're awakening to a new premise that has brought you here. Вы пробуждаетесь к новому пониманию, которое и привело вас сюда. You know there is a bigger plan. You feel it.
Вы знаете, что есть лучший план. Вы чувствуете I это. Who's here. Я знаю, кто здесь. Некоторые из вас пришли одни. Некоторые из вас даже неделю назад не знали, что еще попадут сюда. Я знаю, кто здесь. Вы думаете, вы одиноки, вы сейчас сидите в кресле? Вы с семьей, которая также пробуждается к чему-то великому, большему. И это новое понятие. У старой души есть мудрость веков. Слои обучения у них в ДНК. Waiting for a time like this, который только и ждет времени подобного этому, where against all odds they could go against the past, где наперекор всему они могут идти наперекор прошлому, create a paradigm that has never been seen, и создать парадигму, которая не была видима ранее. And in order to do that, и для того, чтобы сделать это, they awaken to this premise, они пробуждаются вот к следующему понятию, that the wisdom you carry, что мудрость, которую вы несете, стоит сотни, тысячи человеческих существ. Did you hear me? Вы слышали меня? A room like this can change the crystalline grid of the planet. Комната, подобно этой, может изменить кристаллическую решетку планеты. A room like this, coming together with the same thoughts. Комната как эта, где люди собираются с одной мыслью. Based upon all the lives you've lived. Основываясь на все жизни, которые вы уже прожили. The enormity of your imprint on the planet. И невероятность вашего импринтинга на планету. You can change this city. Вы можете изменить этот город. With light. Светом. And you might say, well, Krayon, how do we do that? И возможно, вы скажете, Крайон, так как же нам сделать это? Dear ones, it is not going to be linear. О, дорогие мои, это не будет линейно. And you have to get used to a premise that you don't understand or believe in. Нужно привыкнуть к этому пониманию, которое вы не понимаете. By your existence, своим существованием, you create light. Вы создаете свет. Those in the city, и те в городе, who would never come to a meeting like this, кто никогда бы не пришел на встречу подобной этой, still depend on light. Все так же зависит от света. By your existence, от света, they see better. От вашего существования они видят лучше. You may never even meet them. И, возможно, вы даже никогда их не встретите. By your existence, но своим существованием you change the earth. Вы уже изменили землю. What is the process, Krayon? Так каков же этот процесс, Крайон? Oh, how 3D of you. О, как трехмерно. You must always have a process. Вам всегда нужны эти процессы. You always have to get from A to B. Вам всегда нужно от точки А попадать в точку Б. So let me tell you what the process is. Ну, позвольте тогда мне рассказать об этих процессах. For intent itself is recalibrating. Так как само намерение и является перекалибровкой. The pure intent to create light. Чистое намерение создать свет. Is love. Это любовь. It's never had this much power. И у нее никогда не было столько силы. Because humans have segregated it. Потому что человеческие существа отделяли это. They put it in boxes. Они раскладывали это по коробочкам. They only pull it out when they think it's appropriate. И вытаскивали это только тогда, когда думали, что оно уместно. Love of a partner. Любовь партнера. Love of your parents. Любовь ваших родителей. The love you have for your children. Любовь, которую у вас есть для ваших детей. The love you have for Gaia, nature, animal. Любовь, которую у вас есть для Гаи, для природы, для животных. All these boxes. Все эти коробочки. And you put them on the shelf when you don't want to love. Когда вы не хотите любить, вы кладете их на полочку. And you go to the store. Затем идете в магазин. Let me ask you a question. Позвольте мне спросить вас. Are you loving when you go to the store? Когда вы идете в магазин, вы любите? And you'll say, well, no. И вы скажете нет. That comes later. Это потом приходит. When I want to worship and have the love of God. Когда я хочу чему-то поклониться и иметь любовь Бога. I'll prepare myself and go to a place for that. Да я подготовлю себя и пойду в определенное место для этого. When I come home, I'll have love for my children. Я приду домой, у меня будет любовь для моих детей. But when I'm driving, I don't have much love. Но когда я за рулем, у меня особой любви не остается. This is human nature.
Это человеческая природа. And it's recalibrating. И она сейчас перекалибрируется. I want to give you four examples. Хочу дать вам четыре примера. Of how this is recalibrating. Относительно того, как это калибрируется. I want you to listen. Я хочу, чтобы вы послушали. I want you so much to understand. Я хочу, так хочу, чтобы вы поняли. I want you to stop looking at a list of things to do. Я хочу, чтобы вы перестали смотреть на эти списочки того, что вам нужно and сделать. Look at it energetically. И стали смотреть на все это энергетически. Instead of linearly. Нежели чем линейно. Let's say you decide, okay, I want to help myself. Предположим, вы решили, хорошо, я хочу помочь самому себе. There are so many things I heard on the stage today. Я сегодня столько всего слышал на сцене. With the teacher Bruce and Todd. Учитель Брюс и Тодд. Who is not their real names. Что на самом деле не является их настоящими именами. I want to do what they've said. Я вот хочу сделать то, что они сказали. I heard everything. Я все слышал. I've written it down. Я все записал. So I'm going to go here and do this and start this. Вот я пойду туда и буду начинать I'm going to work on myself. Буду работать над собой. I have this energy I want to try and this energy. У меня есть вот эта энергия, я хотел бы попробовать и вот это. And I'll become a better human being. И я стану лучшим человеческим существом. I'll change my environment. I'll start thinking differently. Я изменю свою окружающую среду, начну думать иначе. I'll send different signals to the antennas of my cellular structure. И начну посылать другие сигналы антеннам своей клеточной структуры. I'll become a better person. И я стану более лучшим человеком. I want to tell you something. Я хочу сказать вам что-то. I want you to forget all of that for a moment. А я хочу, чтобы вы забыли все это на мгновение. Oh, I want you to apply it. О, я хочу, чтобы вы воспользовались этим. But not yet. Но не сейчас. If you're gonna cook a meal, если вы собираетесь приготовить пищу, you better be sure the stove is hot. Вам сначала нужно позаботиться о том, чтобы печка была горячей. What good does it do? Какова будет польза? How many hours would you spend cooking if the stove wasn't hot? Сколько часов вы будете готовить, если ваша печка-то даже не горяча? Well, wouldn't be cooking, would it? У вас бы вообще тогда ничего не будет готовиться, правда? But if somebody watched you, they would think so. Ну, если кто-то посмотрит на вас, они же будут думать, что вы готовите. Dropping things in pots and и вот вы там смотрите, кидаете что-то в кастрюлю и мешаете. But if the stove isn't hot, но если ваша there is no meal. Печка не горячая, то у вас не будет пищи. So let me tell you about the stove. Так что позвольте мне рассказать вам о вашей плите. If you're going to help yourself, если ты собираешься помочь себе, you're going to have to do something first. Тебе придется сначала сделать что-то. It's the hardest thing for a human to do. И это одна из самых сложных вещей, которые you're going to have to fall in love with you. Должен сделать человек. Тебе нужно сначала влюбиться в самого себя. And I mean that. И я имею это полностью в виду. Fall in love with you. Влюбитесь в самого себя. Look in the mirror. Посмотрите в зеркало. And say, I love you. И скажите себе, я люблю тебя. Not in an egotistical way. Но не эгоистичным образом. Because you have the seed of the Creator inside. Потому что в тебе есть семя Творца внутри. Gives you permission to feel the love of God. Которое дает тебе разрешение прочувствовать любовь Бога. And know that you're here for a reason, on purpose. И знать, что ты здесь имеешь определенную цель. Why is it that self-worth is one of the most common problems of light workers on the planet? Но почему же самодостаточность одна из самых распространенных проблем работников света на планете? Do you know that? Знаете, да, в этом. It's a good reason. Есть этому есть хорошая причина. Perhaps you haven't heard it before in your language. Возможно, вы не слышали еще этого на вашем языке. Because for eons you have been pursued for what you believe. Потому что ионами вас преследовали за ваши убеждения. Had to hide for what you believe. Вам приходилось прятать то, что вы верите. Some of you still are. И некоторые из вас по сей день делают это. Make sure look over your shoulder a little bit when you talk about God. Когда вы говорите о Боге, вы, так сказать, посматриваете через ваше плечо. That's got to go away. Это должно отпасть. For you're in a new age now. Вы сейчас находитесь в новой эпохе. New age that's expecting the light to be produced from you. Новая эпоха, которая ожидает, что вы будете производителем света. You've got to fall in love with yourself. Вам нужно влюбиться в самого себя. It's not that hard. И это не так сложно. To appreciate who you are. Оценить то, кем ты являешься.
If a partner can fall in love with you, why can't you fall in love with him? И если ваш партнер может влюбиться в вас, почему вы не можете влюбиться в самого себя? And it's not about your faults or the things that are shortcomings. И здесь нет никакой речи о том, что у вас не так или о ваших недостатках. We're not talking about 3D here. Мы не говорим здесь о трехмерности. We're talking about the appropriateness of God inside you. Мы говорим об уместности Бога внутри вас. You deserve to be here. Вы заслуживаете быть здесь. Fall in love with the image of you. Влюбитесь в имидж вас. In a sacred way. Священным образом. And then all these things will be added unto you. И затем все эти вещи они будут добавлены к вам. And the processes that you start to learn from the teachers on the stage. И эти процессы, которым вы начали учиться у учителей на сцене, will begin to work. Начнут работать. And they will work in a more powerful way than they ever have worked. И они будут работать еще более сильнее, чем когда-либо, дорогие мои. The stove has got to be hot. Но печка-то должна быть горячей. Фермер не может посадить семена, пока земля не готова. И вы не можете работать над самим собой, пока вы не сделаете то же самое. Some of you have said, "How can I help others?" Некоторые из вас говорят, как я могу помочь другим? There are healers in the room. У нас есть в комнате целители. There are facilitators here. Есть в комнате фасилитаторы. There are students of metaphysics here. Здесь студенты метафизики. They're studying processes. Люди, которые изучают эти процессы. That will help people around them. Которые помогут людям вокруг них. I'm going to tell you something about this. Я расскажу вам что-то об этом. How hot is your stove? Насколько горяча ваша плита? Well, wait a minute, Крайан, that was to help myself. Не, подожди, Крайан, это же я должен помочь себе. Let's talk about something else. Нет, давайте поговорим еще о чем-то. How hot is your other people's stove? Насколько горяча ваша плита для других людей? I'm going to give you a new premise. Я вам сейчас дам новое понятие. Healer. Целитель. Facilitator. Фасилитатор. You're going to have a harder time. Вам будет сложнее. In doing what you've done in the past. Занимаясь тем, чем вы занимались в прошлом. And you're not going to get the results that you think. И вы не получите те результаты, которые вы думаете. Because there is something new happening. Потому что есть что-то новое, что происходит. A new calibration of your talent and wisdom. Новая калибровка ваших талантов и даров и мудрости. You're going to have to fall in love with every single person. Вам придется влюбиться в абсолютно каждого человека, который приходит в вашу жизнь, that deals with you, и который работает с вами, who you want to help. С теми, кому вы хотите помочь. There's facilitators and healers in the room going, "Oh no." В комнате фасилитаторы и целители говорят: "О боже, нет." You don't know who I am in my life that Ты I have to work Ты не знаешь with. Тех людей, которые являются частью моей жизни, с которыми мне приходится работать. Oh, yes, we do. О, да, мы знаем. I'm not asking you to live with them. Я же не прошу тебя жить с ними. Or go home with them. Или идти домой с ними. Or even go to dinner with them. Или идти даже на ужин с ними. I'm asking you to look at them and see the creator inside them that is the same creator as yours. Я прошу тебя посмотреть на них и увидеть того Творца, который является Творцом и тебя. I want to ask you a question. Я хочу задать вам вопрос. What human drives you crazy? Какой человек сводит тебя с ума? Right now. Вот прямо сейчас. For what they've done or who they are. За то, что они сделали, за то, кем они являются. I want you to put their image in front of your mind right now. Я хочу, чтобы вы сейчас увидели их имидж перед своими глазами прямо And сейчас. I want to tell you something. И я хочу сказать вам, they have come from the same place you have. Они пришли из того же самого места, как и вы. They're here on purpose like you. Они также здесь имеют цель, как и вы. Perhaps to interface with you in this way. Возможно, чтобы пообщаться с вами таким And образом. You've got to love that part of them. И вы должны полюбить эту часть в них. Before you ever can help them. Прежде чем вы сможете помочь им. Healer. Целители. This may create a new pattern in your life. Это может создать новую структуру в вашей жизни. Where someone would come into you for help, когда люди приходят к вам за помощью, и вам придется потратить 5 минут, чтобы перекалибровать энергию между вами, before you ever start your session.
прежде чем вы даже начнете ваш сеанс. And the calibration will be the new calibration of love between you. И это будет новая калибровка, калибровка любви между вами. You may not even tell them what you're doing. И, возможно, вы даже не скажете им, что вы And делаете. They don't have to know it. Потому что им же не нужно знать But это. You do. Но вам нужно. Can you see the Creator in them? Можете ли вы увидеть Творца в них? Can you connect to them? Можете ли вы соединиться с ними? So that it wipes away all the other things. Чтобы это стерло все остальные вещи в вашей трехмерной реальности. You're gonna have to heat that stove. Вам придется нагреть эту плитку, Before печку. Your meal of healing can be served. Прежде чем ваша пища исцеления могла And if you быть don't подана. Do that, а если вы не сделаете этого, You're going to find your facilitation will not be as effective. Вы обнаружите, что ваша фасилитация не такая эффективная. Now, I've just answered some questions of some of you in here. Я только что ответил на вопросы некоторых из вас здесь. Who would ask me, what is the energy here that seems to be stopping me? Которые спросили бы, так что это за энергия, которая вот похоже останавливает меня? I just told you. А я вам только что о ней рассказал. How hot is your stove? Насколько горяча ваша плита? It should be obvious, the next one. Следующее должно быть просто очевидным. How can I find the love of God inside me? Как я могу найти любовь Бога внутри меня? It's more than falling in love with yourself. Это на самом деле больше, чем влюбиться в самого себя. But now you've asked the big question. Но сейчас вы задали большой вопрос. Not falling in love with you. Вы не влюбляетесь в самого себя. But a concept that some of you really are not ready for. Это концепция, для которой некоторые из вас поистине не готовы. God is in every cell. Бог, Он в каждой клеточке. We describe what is in DNA. Мы описали, что у вас ДНК. We told you that you didn't even evolve. Мы сказали вам, что вы даже from the не animals развились. Of the planet. Не, что вы не развивались от животных на этой планете. We've told you you have seed biological parents. Мы говорили, что у вас есть биологические родители, семена. That even fused some chromosomes, giving you 23. И вот эти вот даже влияния в пайке хромосом дают вам 23. Instead of the rest of the animals that have 24. 23 пары вместо того, что у всех остальных животных 24. It's the creation story. Вот она и есть история творения. That gave you the concept of light and dark. Которая дала вам концепцию света и темноты. Gave you free choice. Дала вам свободу выбора. And we're going to ask you to find that inside. И я прошу вас найти это внутри вас. This is the creator in you. Это и есть Творец внутри вас. You want to love God and get love back? Вы хотите любить Бога и получить любовь назад? Then you've got to be part of God. Тогда вы должны стать частью Бога. That's not intuitive, is it? Это же не интуитивно, правда? You're born telling it, God's in the sky and you're on the ground. Вы рождаетесь, вам говорят, Бог на небе, вы на земле. God can do everything and you can't do anything. Бог может все, а ты ничего. How many places on the planet? И сколько мест на планете? Do you see humanity bowing down? Вы видите, когда человечество наклоняется? Groveling on their knees. Просто падает на колени. Before God. Перед Богом. It's time to rewrite it. Пришло время переписать это. How hot is your stove? Насколько горяча ваша плита? Dear ones, when it comes to finding the creative seed inside. Дорогой мой, когда время доходит до того, чтобы найти эти творческие семена внутри вас. Would you really bow down and worship yourselves? Стали бы вы наклоняться перед самим собой и поклоняться себе? Would you ask a friend to do that? Попросили ли вы друга, чтобы он сделал то же самое по отношению к вам? There is a new paradigm here. Нет, здесь новая парадигма. Finding God inside. Нахождение Бога внутри. Is finding the seed of who you are. Это нахождение семени того, кем вы являетесь. Is it possible that your ancestors were from the stars? Возможно ли, что ваши предки они были от звезд? Yes. Да. And what did they know that would give you that part of DNA? А что они знали, что дало бы вам вот эту часть ДНК? And the answer? И ответ? Is they knew how to be the stove. Это они знали, как быть печкой. They didn't know how to make the stove hot. Они не знали, как разогреть эту печку. They learned how to be the stove. Они научились быть печкой. That's what you've got inside you. Это именно то, что у вас внутри вас. That's what this age is about. Это именно к этому и имеет отношение эта эпоха. It's not about processes anymore. Здесь уже дело не в процессах. Until you can heat up the stove.
до тех пор, пока ты не научишься разогревать свою печку. Processes are going to work great. Процессы будут прекрасно работать. The meal will be cooked. И пища будет готовая. If you know how to heat up the stove. Если ты знаешь, как разогревать печку. It is new human nature. Вот она, новая человеческая природа. We see potentials. We don't see what's happening now. Мы видим потенциальные возможности. We мы see видим, what's happening in our now. Что происходит сейчас. Мы видим, что происходит через час. All the ideas and actions and thoughts of humanity all together right now. Это потенциальная возможность всех идей, мыслей, представлений прямо сейчас. And you know what we see? А знаете, что мы видим? Old souls on the planet making a difference. Старые души, которые действительно воздействуют. Listening to the teachers on the stage. И слушают учителей на сцене. And turning things around. И меняют вещи. That's what we see. Вот что мы видим. We've seen it for 23 years. И мы видели это уже 24 года. It's the reason I'm here. 23 года, и по этой причине я здесь. You think I would be here to watch you terminate? Неужели вы думаете, что я пришел бы сюда, чтобы посмотреть, как вы уничтожили себя? Нет, оно так не работает. Here's the final one. И вот оно, финальное. I've given you this before, dear one. Я давал это вам раньше, дорогие мои. So many of you saying, what can I do for the planet? Столько из вас говорит, что я могу сделать для планеты? In a three-dimensional paradigm, в трехмерной парадигме you are judged by your works. По вам судят по вашей работе. The academic is even more academic if they have more academic awards. И академики, они еще более академиками являются, если у них есть академические работы. The author is listened to even more when they have more books. И авторы слушают больше, если у него есть больше книг. The expert is even more of an expert. И эксперт является еще большим экспертом, if they've been doing it a long time. Если он делает это долгое время. Do you realize how linear that is? Вы представляете себе, насколько это линейно? You say, but Brian, it makes sense. И вы говорите, да, Брайан, это же логично. Then why isn't your stove hot? Тогда почему у вас ваша печка-то не разогрета? How much experience have you had? Сколько у вас опыта уже было? With God inside. С Богом внутри вас. Thousands of years. Тысячи лет на земле. Old soul. Старая душа. I want you to go inside right now, just ask your own innate self. Я хочу, чтобы вы сейчас углубились внутри себя и спросили свое внутреннее я. Is this the only lifetime I've had? Это единственная жизнь, которая у меня была. And stand by for laughter. И постойте, подождите, когда там смех раздастся. Your cellular structure wants you to know. Потому что ваша клеточная структура хочет, чтобы like вы знали, layers and rings of a tree, что являясь слоями, как вот эти кольца на you've дереве, got thousands of expressions of lives on this planet. У вас уже было тысячи выражений жизни на этой планете. You know how things work. Вы знаете, как все работает. You wouldn't be sitting in the chair if you didn't. Вы бы не сидели в этих креслах, если бы это было не так. You're ready for the explosion of spirituality here. Вы готовы для взрыва духовности здесь. You just don't know how it's going to happen. Просто вы не знаете, как это произойдет. So I'm going to tell you. Поэтому я скажу вам. I want you to stop making lists. Я хочу, чтобы вы перестали делать списки. Figuring out how many actions you can have to build up something that's not really going to make any difference. И просчитывать, сколько действий вы должны сделать, прежде чем вы должны сделать что-то, потому что это не имеет никакого значения. You want to know what you can do for the planet? Хотите знать, что вы можете сделать для планеты? You've already done it. И вы уже сделали это. Did you know that? Знаете ли вы это? No, you didn't. Нет, вы не знали. You're always looking ahead. Вы всегда смотрите вперед. I better do this, I better do that. Ой, мне нужно вот это сделать, и вот это, и то. You've done it. Мы уже сделали это. Let me tell you what it is. Дайте мне сказать вам это. Because it's hiding in all of you. Потому что это прячется во всех вас. You're alive right now on purpose. Вы сейчас живы. Old soul. С определенной целью, старая душа. I was with you. I was with you when you stepped into this я world. Был с вами, когда вы вступили в этот мир. When you took your first breath. Когда вы сделали свой первый вдох. And you said, I want to be here right now. И сказали, я хочу быть здесь прямо сейчас. I'm not going to miss this. И я не упущу этого. And you didn't. И вы не упустили. Your existence on the planet. Ваше существование на планете. Is the biggest help this planet will ever have. И есть самая большая помощь, которую эта планета может получить. Listen to me. Послушайте меня. Old soul. Старая душа. Listen to me, mother.
Послушай меня, мать. All you do all day long is take care of your children. Если все, что ты делаешь, так это заботишься о своих детях целый день. And do your laundry and do your errands. Занимаешься своей стиркой, выполняешь свои вещи. And clean up the house. Занимаешься уборкой дома. Take care of your children. И заботишься о своих детках. If that's all you do all your life. Если все это что-то единственное, что ты делаешь всю свою жизнь. You're blessed by God as being here on purpose, doing exactly what you came for. Ты благословенна Богом, потому что ты делаешь именно то, для чего ты пришла сюда. The old soul's energy and wisdom is pouring onto the planet because you are here. И энергия старой души и мудрости, она может вливаться сейчас на планете благодаря тому, что делаешь ты. You don't have to write a book. Вам не нужно писать книг. You don't have to become a healer. Вам не нужно становиться целителем. All of those things you think you have to do. Все эти вещи, которые ты думаешь, ты должен сделать. You can do them if you want. Ты можешь их сделать, если хочешь. Some of you came here to do those things. Некоторые пришли сюда, чтобы делать эти вещи. Most of you didn't. Но большинство из вас не пришли для этого. To pour out the wisdom of the ancestry of your past. Многие пришли для того, чтобы вылить мудрость ваших предков на планету. Кран, how do we do that? Кран, так как же нам сделать это? By being. Просто своим существованием. By being. Просто существование. Я хочу, чтобы вы ушли отсюда иными. I dare you. Я бросаю вам вызов. It's kind of a joke thing my partner says sometimes. Это такая шутка, которую мой партнер говорит иногда. Throwing out a challenge. Да, он бросает вызов. When you get alone. Когда вы останетесь наедине. In the room with the mirror. В комнате с зеркалом. I want you to look in your own eyes. Я хочу, чтобы вы посмотрели в свои собственные глаза. And say, I am that I am. И сказали, я есть, что я есть. Well, все прекрасно у меня в душе. I'm here for a purpose. Я здесь для определенной цели. I'm happy to be me. И я рад быть собой. Let the wisdom of my past pour onto this planet. Пусть мудрость моего прошлого выльется на эту. Like a time capsule it was designed to be. На эту планету, как временная капсула, которую она должна была стать. Because of the new energy which has just occurred. Благодаря той новой энергии, которая только что пришла, которая активирует вещи внутри меня, которые я могу чувствовать. Do, и если это единственное, что вы сделаете, то вы пришли сюда именно для этого. Someday I'm going to see every single one of you. В один день я увижу абсолютно каждого из вас on my side of the veil. С моей стороны завесы. And you're only going to be there a little while. И вы будете там совсем недолго. Because you can hardly wait to get back to a planet. Потому что вы с нетерпением ждете, как только вы сможете вернуться на планету, has the promise of peace on earth. У которой есть, на самом деле, есть обещание иметь мир на земле. Because when you're on my side of the veil, you can see your light. Потому что когда вы по мою сторону завесы, вы можете видеть ваш свет. So the challenge is this: see your light. Поэтому вот он вызов. Process, научитесь видеть свой свет. Heat the stove, и в этом процессе so you can cook this meal. Разогрейте уже вашу печку, Call чтобы вы могли приготовить Earth. Вашу Ascension пищу, planet, которая называется «Мир на земле», вознесение для вашей планеты и новая человеческая природа. We would not say these things, мы бы не говорили этих вещей, unless they were so. Если бы это было не так. Feel them as accurate, почувствуйте, true. Что это правда, что это аккуратно. And что that's это our message. Верно. И это наше послание. It will always be our message. И это всегда будет нашим посланием. Old soul, I don't want to leave. Старая душа, я не хочу уходить. Because some of you will think a goodbye and a so it is means I'm leaving. Потому что некоторые из вас воспримут, когда я скажу, и это действительно так, что это прощание. That's the linear thought you have. Но это же линейная мысль, которая у вас. I have always been here. Я всегда был здесь. I always will be. И я всегда буду здесь. I'm part of you. Я являюсь частью вас. The creative energy inside. Часть креативной энергии I'm part вас. Of the stove. Я являюсь частью вашей печки. And so it is. И это действительно так.